Трагедия произошла вечером 4 марта на 4-м километре автодороги Шалкар-Базой. Ученик 9 класса без разрешения взял автомобиль своего отца. Родители, по их словам, в тот вечер не было дома. Несовершеннолетний, находясь за рулем автомобиля со своими одноклассниками, допустил опрокидывание автомобиля. Обстоятельства ДТП выясняются. В рамках уголовного дела никто в настоящее время не признан подозреваемым, потому что уголовное дело возбуждено по факту ДТП. 345-е. Уголовный кодекс Республики Казахстан, часть 4. В рамках уголовного дела будет выясняться. Там поворот был или что? Дорога ровная. В ходе экспертиз, назначенных по результатам, будет выясняться, на какой скорости ехала автомашина, как только что задавали вопрос, не справился с рулевым управлением или еще какие-нибудь причины. В результате аварии пассажирка автомобиля скончалась на месте. Четверо других были доставлены в районную больницу города Шалкар. К сожалению, другая пассажирка скончалась спустя сутки после аварии. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и внутричерепное кровоизлияние. Двое других несовершеннолетних были доставлены в Центр охраны материнства и детства города Актобе с переломами. Еще один отпущен на амбулаторное лечение. Одна девочка была в коматозном состоянии, сразу подключена на аппарат искусственной вентиляции легких, были консультированы специалистами санавиации и нейрохирургами области, нейрохирургами и реаниматологами области. Девочка через суток скончалась. У нее был диагноз открытая черепно-мозговая травма, внутричерепное кровоизлияние мозга. Сотрудники полиции сообщили, что автомобиль девятиклассник взял у отца без разрешения. Начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Жанна Исалдинова, Жаслан Жубаев, программа «Факт».